Навоз на сенокос, был ли смысл? Здесь я размазывал довольно много. Почва здесь саланцовая. Вот он навоз. Вот эта яма. Ну или точнее уже прудик. Вокруг, конечно, заметно больше. И вот где было его много, тоже заметно трава все-таки побольше, чем вот здесь, например, вот. Она была, в общем-то, вся одинаковая. Хотя вот он вроде и здесь был. Ну, здесь, возможно, вымокло, хотя дожди-то еще только вот недавно дожди прошли. Вот тут все в воде. А здесь еще было. А, это от фрезы осталось. Содралась дернина, и все, ничего не растет больше. То есть очень тоненький здесь слой. Тут навоз есть, а тут что у нас? Пучок такой. Вроде нет навоза. Пучок вырос. Ну, в принципе, вот это заметно отличается. Вот она где-то отсюда, вот я начинал. Все-таки заметно больше, что не говори, эффекты есть. Не в два раза, а может быть и в два, потому что здесь она еще низенькая и такая не очень густая. Здесь какие-то грибы опять прут. Вот я косил до сюда, вот она здесь чистая идет. То есть видно, вот не кошенная здесь она. И вот где навоз был, заметно выше все-таки трава. И вот даже колос уже есть кое-где. Грибы прут на навозе заодно. Пятый, наверное. Вот это хорошее. Вот навоз здесь был. Что ж, работает, работает. Но здесь его не так уж и мало было, в принципе. Я довольно щедро его намазал. И должно идти куда-то на... Вот здесь вот. И должна туда уходить где-то. А где, я не помню. Точнее, да, вот старье идет. Старье, старье. А здесь вроде нету уже старья. Да, вот получается. Прокос вот этот. Везде, здесь немного было. В основном вот это вот место, и оно заметно отличается, что не говори все-таки. То есть есть определенный смысл в этом. Там вот у меня куча лежат. Ну, нынешние я трогать не буду, а вот прошлогодние их надо пройти фрезой поверх, там что-то сорняк разросся. И потом сюда их толкнуть, насколько хватит. При необходимости повторить заново, навалить потом. Ну, вот здесь я туда сейчас поеду. Где трава поменьше, тут топтать не буду. Не, все-таки отличается заметно. То есть даже вот такое поверхностное внесение, оно дает эффект. Там вот, я в предыдущий раз показывал, там его даже совсем немного было, и то уже эффект был. А здесь он намного щедрее. Ну и травы побольше, наверное, раза в два будет все-таки. И погуще, и повыше она. Воды нынче хватает. Немножко тепла, надо косить.